Спектакле у нас тут образовался тур. Такой красавчик. Он какой красивый. Он какой. Вот так. Команда как-то играет, я не знаю, вообще не от этого. Они собрались и играют. Ну, пока этих убиваем, смотрим атака 298, здоровье 83. Убиты живут, мы сколько весов, здоровье, скорость. Все остальное. Стоимость атаки посмотрите, тоже интересно. Порт. Больше не урон. И чтобы наложить, нужно было тогда комбо удар получить. Теперь комбо удар у нас получается. И скиллы пока там все прогружается. Посмотрим. Основные. Значит, у нас. Вот видим. Так. Ауры. Скорость. Это максимальная буря и ТТМ. Морозная ловушка. Маленько неправильно отображается. И наносим удар. Пробуем ставить морозную ловушку. Но она не срабатывает, надо, чтобы животное отошло в сторону. Это будет смысл повышения урона. Ну, этих, ладно, не буду я брать. Пойдем посмотрим. Мужики молодцы. Забрали их. А тут, по-моему, у нас Арчерный тур. Черный, тем более. Надо поставить, короче, улыбнуться им. И напишем, что мы бежим. Комин. Вот оттуда надо добежать. А пока вот этих нужно убежать. По порядку убежать. А, я раньше так понял. Тучу прокачал. И каких-нибудь животных
Если ты играем с другом, он сильных убивает, а я слабеньких. Пробегаешь, например, у нас полная буля, и стайка животных стоит средненьких. Все, и мы их собираем. Ну, вот видите, когда играете уже четко, то на карте накапливаются очки, вот, определенные, и за эти очки даются чемпионы. Чем больше очков, тем выше ранг чемпионов. Маленько набрали какие-то чемпионы, маленькие появились. Ну, вот в таком роде все. Но они пробуют его убить без меня, видим в чате. Почему-то порт не ставится в конце. Порт ставим вот тут. И переключаемся теперь со скорости на повышение урона. Временно повышает урон, прокачиваем максимально у меня. Ну и все, начинаем убивать. Включаем. Первая пошла. Урона сразу убил. Смотрите, у меня теперь повышение урона не работает. Видите, буря бьет, а повышения урона нету. То есть капли 7 кусков забирает у него, а 3, только 3. Ну вот это такая штука. Это надо учитывать при боях. Ну, за 5 минут у нас получилось, что мы сильно играем. 2 джампа. Вот и подумайте, сколько я могу набрать самоцветов. 2 чемпиона. Ну, мы тут не будем рисковать полностью. Все восстановим, чтобы у нас полностью было. А потом уже будем использовать скиллы. Ну, маленько ближе его поставить, он меня убивает тогда. Вот так поставим, ему хватит, его достает. А это остается в убийске верхних уровней для того, чтобы добрать животное. В нужный момент. А вот ближе подбежим, мы его находим. Вот у него мало остается. Надо прыгать. У меня повышение урона, но мне убегать надо. И повышение урона у меня нет. Ну вот он, кажется, все сильный. И всего-то там осталось. А попробую подойти к нему. Ну, сейчас включаем повышение урона. И добираем его. Так, были. Ну, как получилось. Мог бы я в таком положении оказаться. Напишем по-английски. Переводчик включили. Ну, не будем убивать, просто пробежимся. А чтобы пробежаться, нужно включать скорость. Так, включаем скорость. Ну, 3 мамонта. Мамонты надо убирать. Но надо посмотреть, что находится вот в этом аппендиксе. Какое животное. Ну вот. Ладно, не будем. Доберем их, вот этих быков, чтобы тут не стояли они, чтобы новые животные появились какой-нибудь.
чемпионов находят и думают, что он чемпион. На самом деле это совсем не так. Ставим порт и пишем по-английски, потому что тут как бы получается игра английская сначала была. Вот так вот. И переключаемся на Пошинкуна и наносим им удар. О, как они кричат, вот сильно. Мне нравится. Вот видите, второй выиграл. Все, вся команда на меня обиделась. Никто не идет на мамонтов. Но мы пока вот этим будем выбирать. Пока у нас перезаряжается буля и этот, чтобы... А, не-не-не-не-не. Повышение урона тут еще включить, ребятки. И дождаться так, чтобы потом мы могли его еще вовремя использовать. Надо включаем и приманиваем. Видите, он сразу приносит, сразу будет. То есть наружная ловушка может вам увеличить ваш эффект трое. Трое, потому что по три животных стоят. И быстренько бежим, накладываем эффект на момент. Вот пока у меня клуб. Так, есть. Клуб, видите, вот он. Все попало. Да, маленько. Сейчас бы видно было, сколько у них, как они продолжаются. Ну, сколько там, по три куска на тени стороны, или по семь кусков. Ставим. Ага, меня тут добрали они. Теперь команды меня добрали. И бежать сколько, смотрите, далеко. Ну, в этом есть свой плюс. Когда вы бежите, вы находите чемпионов, просматриваете, какие животные где находятся. В этом есть свой плюс. И думаете, часто почему находят слабые группы чемпионов? Потому что вы выбрасываете, он бежит к тому животному и находит их. В этом это так. Вот. Но трудно бывает заметить это. Ну а как я должен там поступить был? Так, откуда вот он? Мамонты бредные, они как-то бегают так. Такие вот. Он должен притянуться. Видите, как они хитро поступили. Я маленько выпал, и потом они пришли. Какой-то война, короче. Мама ты. Ну, пока погружается, можно собирать и маленьких. У кого мало очков, и это может таких пособирать, лягушек, пока эффект будет. И средних можно пособирать. Вот, вот и опять. Открывается, значит, он расходит, и надо было нанести ему много помощи. Такого удара, которого не получилось. И маленько будет я. Так, вот пропал.